дворняги и той терьера собака Миля. Так ее назвали в Центре помощи животным. На вид Миле всего 1,5 года. Очень игривая, ласковая и добрая. В августе ее нашли на улице. На брюшке у собаки есть клеймо. Миля ищет своих хозяев. Звонко лает и легко идет на контакт. Любит танцевать и весело прыгать. Если Миля все же не найдет своих хозяев, она будет рада обрести новую семью. Центру помощи животным всегда нужна поддержка. Сейчас на ваших экранах вы видите все координаты приюта и счета, на которые вы можете перечислить средства. Не оставайтесь безразличны. Кроме нас им никто не поможет.